решил пробежаться по заливам, посмотреть, как тут щуки поживают, вообще разведать места. Сейчас воды так многовато, должны и караси уже заходить по заливам. Может быть, на перспективу где-то карасиков половить места найду. Сейчас посмотрю, как обстановка здесь. Ну и если что-то будет интересное, все увидите. Шиповничек еще прошлогодний остался, витаминки. Можно чаек заваривать. Вышел на какой-то заливчик. Сейчас помашу. Начну с мепсовской четверки. А там посмотрю, что да как. Опа! Что такое было? Или какая-то карасина. Ну, был подходик. Со второго броска стукнуло. Ну, уже есть потенциал. Быстро кручу, надо поменьше скорость выбрать. А то не успевает рыба, может. Единственное, что тут качка да всякий мусор на дне цепляются, если совсем медленно. Ну вот она, щука есть, есть щука, есть маленькая, но есть. На четверочку схватила. Ха-ха-ха. Вот она, пятнисто-полосатая. Ну что, беги, зови мамку, мамку зови. Взяла прям у берега, буквально тут метрах в трех, наверное, от меня. Причем до этого просто крутил без остановок и без анимации. А тут вот решил, вспомнил, что щука реагирует хорошо на остановки. И вот так вот кручу, кручу, кручу. Остановка. Главное, чтобы на дно не упало, грязь не нацепляла. И иногда вот так вот поворачиваю. Тоже происходят поклевки. Как бы смена направления. Движение блесны. Тоже хорошо щука реагирует. Опа, вот она, вот она. Есть. Эх, на ультралайт вообще красота, красота. Ловить. Глазки желтенькие. Вот опять взяла при анимации. Опачки. Крупную, крупную зови. Крупная, не знаю, есть тут или нет. Крупная должна быть на икромете. Может, уже они вообще рано. Опа, вот он, еще. Ах вы какие. Крупные сейчас. Фу. Или икру мечут, или уже отметались. Не знаю. Но мелочь присутствует. Надеюсь, что это другая. То одна и та же тут кидается, может. Хорошенькие. Спиннинг у меня с тестом 2,6 грамма, поэтому даже такие некрупные, и то очень приятно тянут.
Конечно, если килограммчика такую на два зацепить, придется повозиться. В принципе, тут можно вдоль берега бежать, ее заморить. Главное, чтобы попалось. Есть, есть. Это раздача сегодня пошла. Ну, это уже покрупнее чуть-чуть. Это уже немножечко покрупнее, но все равно не крупное. Дайте, они тут все что ли такие? Ой, 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 ничего себе. Сколько тут этих креветок. Вон они. Эх, что себе рвануло. Вот этих креветок я их себе в аквариум, опа, посадил. Они у меня так хорошо прижились там. Ничего себе, какие они. О, вот, о, вот она. Вот такая вот бульк. Какая-то она. Непонятно, мохнатая какая-то. Вот оно, щучье Эльдорадо, как оказалось. Не зря прогулялся. О, вот там вот плеснулся кто-то неплохой. Маленькая, конечно. Поменял блесну. И сразу клюнула. Ну что это такое? Баловство. Но приятно. Стал экспериментировать. Так как щука тут есть, решил разные блесна помакать. Вот сейчас поставил колебалочку маленькую. И на нее очень активно начала клевать щука. Ну, правда, не крупная совсем. И много сходов. Вот такая вот. Это смитовская, 5 грамм. Она очень хорошо на остановках сыпется. О, опа, подходик был. То есть она падает и колеблется очень активно. Ты ее останавливаешь, и она прям так вот опускается на дно. Не просто камнем падает, а с вибрацией. И вот во время остановок чаще всего подходы происходят. О, стоп, вот он. Есть.
Конечно, детский сад. Он еле-еле зацепился самым краешком. Ну ладно, хоть так повеселиться. То вернулся опять к колебалке, только уже другую поставил. Это вообще, это китайская. No name. Ну, ловит на нее. Ловится на нее щучки. Это уже проверено. Конечно, она играет не так активно, как смитовская. Но тоже поклевывала на нее. Покидал я этими китайскими колебалками. Так, по-честному. Минут 10, наверное, точно. И вообще ни одного подхода не было. Вот и думай, стоит ли китайские ставить или нет. Вот что и требовалось доказать. Вот только поставил. Колебалку. Смитовскую. И вот результат. Да. Мелкие, но какая-то, но клюют, какая-то больная, видимо, слишком их тут много. Когда большое засилие щуки, они начинают болеть, болячки появляются. Есть еще одна малипуська. Решил немножко переместиться в другое место, поискать, где поглубже, может, там покрупнее будет рыба. Сейчас шел вот отсюда, утка взлетела. Вот шел по дорожке, а тут дикий лук. Я уж попробовал, вкусный. Витамины весенние. Шел, шел, тут залив. И сетку уже кто-то воткнул. По-честному, не хотят ловить, ленятся. Вот сетки тут ставят, что-то там прыгает он какая-то. Рыбеха. Ух ты, что-то он, видать, что-то сидит в сетке. Какая-то вибрация сейчас была. Кто-то, видать, влетел. Свежим воздухом подышал, рыбу поймал. На этом заканчиваю. Всем счастливо, до новых встреч.